как в тот раз этот самый запускать тест, всю ту же херню. Так, квадрат с зеленой галкой, корону, Роберта, деструкцию, рудокопы, грузовики. А там что, кто-то тестит сценарий, а так не играет никто сейчас? Я почти внимание перехожу. Так, ну запустил. Хочу Кварповскую за Алинов наконец-таки пройти. А, за Алинов самое нормальное, мне кажется. Эта пустошь раньше была под властью лорда Рока. После его смерти здесь стало еще хуже. Сука. Сейчас мы здесь наведем порядок. Мы посылали сюда исследователей, так как среди руин осталось множество прототипов техники и залежи тимония. Успел дочитать, сука. Так. Найти исследователей. Это круто. Так. Найдем сейчас этих исследователей, наверное, где-то здесь. Чё, где они? А, вот они. Выжившие исследователи говорят, что в этом регионе пустоши живет некий деструкцию. Ну это, короче, карта, где деструкция есть. Но что-то тут по-другому все. Настроен крайне агрессивно. Заброшенный город, который надо заселить и приготовиться к длинной обороне. Что-то я как мельком читал, там таймер какой-то будет. Так, ага. Так, золото дохерище, можно сразу покупать, по сути, да? Хер знает, ну-ка. Давай сначала шахту, потом чё. Лабораторию можно строить. Откуда идти будут, я чё-то ума не предложу. Отсюда, что ли? Или вот отсюда? Хер знает, давай на шахте вот так ебанём. О, нихуя. Сестры хуярят, нихуя себе. Блять. Пушку разъебали мне. И тут еще нихуя. Разведчика сделаем, потому что разведчика тут со старта нету. Поищет тимония, поразведует заодно. Где этот, блядь, хрыщ? Блять.
Они так-то слабенькие, эти ребятки. На хули у тебя трюфель сбера? О, блин, зашел. Кто ты говоришь у меня? Это три фузелера. Не знаю. У них урон там будешь, блядь, их просто на залп огонь. 12. Шотать будут надо, если что, блядь, подойдет. Залповые это же им вставать надо на месте. А не видишь, у них еще ренжа маленькая. Поставил, пиздец, банду. Здесь не надо. Нормально поставить. Ну, в рудокоп, например. Ща, короче, разберемся. Так, что тут, блядь? Ой. Так, нихуя они, смотри, нападают, да? Надо эту уебать. Крепость, блядь. Да пробуем не, ну, здесь поставить. Мост отбить. Прям в проходе поставить крепость. И фузелеров на залповый огонь по бокам. И все. А, ну да сейчас. Я тут поставлю. Так, смотри, нихуя не на город ебашит. Ну-ка, достанет крепость, не достает. Все, пизда. Блять, шахта неудачно стоит. Нихуя, слышь. Он чё, блять, воздушную атакует? Ну-ка. Он и воздух атакует, блять. Типок это лютая хуйня вообще. Вообще надо, блядь, построить какую-нибудь казарму и будь что, блядь, что-нибудь понаделать. Так, сверху, я так понял, здесь нихуя не пойдет. На всякий случай вот так. Что-то хп у них уже маловато, блядь. О, заебись. Ах вы петухи, блядь, ярите моих. Этот ничего разъебывает, вообще неплохо. 14 атака. Так, сразу фузелеры, смотри, нихуя себе. Вот тут джаггернауты, блядь, ебануться. Так, это походу дополнительная хуйня кондитерская. Так, они-то отсюда идут.
Смотри, какую. Хорошо, что, блядь, по этому стреляет. Что-то, блядь, проебался отряд. А что там ты на гладиаторах сделал? Что-то новое. Нихуя. Так, еще два лагеря.
Найс. Ебать, Войт, ты можешь нахуй геймплей растянуть до пару часов. Да, конечно. Так, куда тут, блядь, спешите? Ну, вот, блядь, где ранний рач, нахуй, блядь. Ранний рач, блядь. Снести его, блядь, нахуй. Придешь, а там, блядь, босс-поглотитель какой-нибудь разъебет, нахуй. Босс-поглотитель? Ну. Я вот крепость хочу тут въебать. Нормально будет. Да они через крипте, да, ебаю, постоянно. Сука, смотри, идет петух. Блять, еще знаешь самый прикол, когда ты так играешь. Так, ну-ка, что здесь? Нужно это самое. Чтобы исследования все сделать, нужно строить эти лаборатории, блять. Ну, при том, что там не хватает очков, нужно просто их в тупую строить, блять. Вот сейчас под крепостью нормально будет. Все, соберемся отсюда. Похуй. Деструзио, блядь, стоит. Или он там стоит? Крепость, нихуя себе. Охуеть. Смотри, нихуя у них атака. Пиздец, ебануться. Ты чё сделаешь? На осадный. Где там? Осадный. Осадная атака мощная, охуеть. Ну-ка. Три. А у кого она там? Пауков? Надо вычинивать, блять. Ну там реликвия, на другом берегу. Видишь? Реликвия. Да вижу я реликвию, и хули. Там надо этот захватить. Так, что тут у нас? Привет. Баня. Знаете? Угу. Тестим ебучую компанию. Хотя я ее сегодня проходил. Ты сегодня проходил это уже? Ну да. Мне сидим глаз кидывал. За сколько ты прошел? По-любому там за 7 минут, блядь. Не-не-не, минут 20 я играл. Так я уже 20 играю, нихуя не прошел еще. Так, кондитерская хуйня. Сейчас я лаборатории наделаю, нормально будет. Тимония нет, нихуя. Там их пипец много, конечно, находит. Надо хотя бы одну штуку уничтожить. Забыл как-то. Хотел сказать. Найс. Да. Что-то, блядь, три каравана. Че это, короче, где-то надо разведать, блядь. Отправь туда кого-нибудь. А что, ты без казармы играешь? Да казарма вот стоит, блядь. Сейчас подмутим. Еще казарму, блядь, на всякий случай.
Блять, нахуя я тут ебучий калькулятор поставил? Я ж хотел плавить мне, блять. Нихуя тимоний. Ща мы тут, блядь, добывать будем. Сука, да хуя стоит. Интересно, есть смысл качать эту хуйню? Вот один город, походу, будет. А чё каждый месяц? Если еще второе доп задание есть, бля. Ох, что-то тебе так плохо слышно стало. А погоди, второе доп задание? Я что-то его даже не заметил. Вот. Я не помню, оно у меня открывалось вообще или нет. И при каком условии? Так, что мне? Там надо разведать что-то, наверное. Так, ну военный построй. Пускай хуярят. Так, ну-ка, чинится он возле этой хуйни, нет? А он, в принципе, от этой хуйни и так чинится. Ну-ка. Нормально. Смотри, нихуя петухи пробиваются как.
Нихуя он их там настроил, блять. Вот он, пидорас, я сейчас говорил, блядь. Косарь 700 хп, блядь. Чё-чё-чё, сука. Ты про кого? Вон он, блядь, левиафанчик. А где ты его видишь, я покажу. А, нихуя. Вот. Откуда он взялся? У меня его не было. Откуда? Ну, значит, быстро играешь сильно, не видишь нихуя. И вот видишь. Долго играю и замечаю, что деструкцию построил ебаного левиафана. Нахрен. Сука, я так и знал. А сколько у него хп? 1700? 1700. Ну 50 наземное, это дохуище. Ну это, короче, босс-поглотитель. Сука, и прикинь, идет на меня, нахуй. Я надеюсь, он на меня не пойдет. А ты добьешься, у тебя тут нормальная база. Только ты пехотный, ну, больше пойдет. Пойдем, выстрелим. Да хули толку в него стрелять там, урона там, блять. Потихоньку хп 490. А у него 1700 всего. Ну-ка, а доп задание есть какое на него? Нет? Нету, что-то хуй знает. Нихуя тут типы, блять. Эту шахту надо купить, блять. Ну хорош. И бункер здесь. И бункер здесь въебать вообще пиздец будет. Акромат, нифига, какие сюда. Алло, скажите. Смотри, пришли резать будет, блядь. Сука. А тут деструкция прям стоит перед носом. Смотришь, акромат. Здрасте, блядь! Ё-моё. А давай по-нормальному. Чё ты херню всякую включаешь? Отче наш, и же еси на небесе. Ой, я знаю эту программу, у меня тоже есть. Блин. Я, правда, не помню, как она уже называется. Voice mod вроде, да. А, сука, он вышел.
Так, а чё, с ботом играет человек? Там не, какие боты? Проходит. О, смотри, этот петух сюда пошел, сука. Я так этого не хотел. Офигеть. Ах, он сюда пошел. Пиздец, смотри, разъебывает как. Ну ты что хотел? Убирай шахтеров. Вот туда, пока я их не убил. Да и хуй на этих шахтеров, их там две штуки. Кадр, блядь. Так, чё мне, ну-ка. Не всех отправлять, это хуйня будет. Фигу, что нет аэродрома, нельзя дирижаб создать. Так, великий город, чё мне это даст? Заебал, застрял что ли, сука? Сейчас мы его разъебем. Так, что у него там? Чуть-чуть капу допустим. Сейчас разведем. Джака, мы в опасности, блядь. У него починка поди еще есть, нет? Что-то у него было какая-то обилка. Блять, чё, всё справился с Левиафаном? Да Левиафан это хуйня. Да там джаггернатов сейчас вынесут. Зачем ты их вперед послал? Да хуй их кто вынесет. У этих падальщиков атака совсем царенькая. Потеряли рудник, сука. Дополнительное здание хуй знает какое. Надо здесь где-то кто-то разъебать. Вот эту хуйню, ну, одну можно разъебать. Это, кстати, часто откатывается хуйня. Ну вот одну паровую крепость. Это основное задание. Деструцию тут петушок, блять. Смотри, разъебет, сука. Хорош.
Как у тебя получилось накопить столько ресурсов и не потратить их? Ты бы уже столько пехоты смог замутить. Ты шо? И джиггернаутов тоже немало. И пушек. Не откладывай на бизнес. Да вот, вот так вот делаешь. И все. Ты уже давно мог их пронести. И шо? Пойти этого разъебать петуха. Сколько у него здоровья осталось? Они справятся. Да, уже все, уже пиздец ему. Что-то этот петух, кстати, не призывается, хуй знает. Походу... Там кулдаун. Походу... Кулдаун? Yeah. А сколько? Я все не убрал. Ну, я не знаю. Не помню. Так, ну тут... Наверное, на реликвии вот эти квест, блядь. Хуй знает. Наверное, одну реликвию надо собрать и посмотрим. Я сейчас эту одну разъебу. Или что, это последняя, блядь. Или... Нихуя построились типы. Походу вот это на реликвии квест какой-то. Возможно. Типа соберешь, и там написано будет, соберите 10 реликвий. Заебал, на реликвию езжай. Нет, не на реликвии, значит, хуй знает на чё. Димон, у тебя завтра в 11 пара есть? А нахуй ты спрашиваешь? Или в 9. И на 9. Какая-то шахта ебучая или чё тут, блядь? Где там ребята все, блядь? А, да. О, крепость же надо разъебать. А? Ты главное пойди на эти пары. Соня, ты вообще на парах. Чё ты там пизданул? Ну, похуй. Да, он говорит, поебал. Он говорит, квотлы хуёвая раса. Хуй знает, а чё дополнительное, хуй его знает. Может, что-то еще недоделанное. Может, рудник надо было построить. Там еще рудники какие-то, блядь. О, видишь, в промежном. О. Не, ну на них квеста-то нету. Сука, мы победили. Кран охуенный. А, ну я уничтожил, скажем, но то у меня не высветилось в конце. Ну или я не обратил внимания. Ну-ка, посмотреть кафту. Какие-то скважины, пранкер. А где-то там в уголке должно быть. Да. А, вот она.
Ебать, охуенное задание. Ну а чё, прикольно. Если ты не знаешь о том, что оно существует. И двумя джаггернаутами заряди конь. Так и было задумано. Ну чё там,